Ну что, добрый день, уже, наверное, добрый вечер. По географии точно не знаю, откуда нас смотрят, но те, у кого вечер, доброго вам вечера. Invasion Sport против команды Five Eva играют на данный момент. Это первая игра, только-только началось противостояние, задержались команды из-за того, что очень долго играли Rave против... Против кого они там играли? Против Signature Trust. Перед этим с Five Eva очень долго бодались MVP Phoenix. Но отсюда и такая задержка. Не верьте Dota 2 лаунжу. По таймингу они... Ну, они просто не могут за этим уследить. Поэтому перестаньте писать ересь в чат. Все контролируется, не волнуйтесь. Для меня матч эти может даже важнее, чем для вас. Ну что, Five Eva против Invasion eSport. Еще раз всем привет, у микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ, Join Dota MLG Pro League, азиатский дивизион. И у нас борьба команды Invasion eSport против Five Eva, от которой зависит выход Invasion eSport из группы и проход вообще в топ группового этапа. Немножко позже покажу вам таблицу. На данный момент в пике у Five Eva Shaker, SF и VG Doctor. Invasion забрали себе Вингу, Акса и Сайленсера. Акс имеется уже в пике у Invasion. Будет ли здесь Дазл, мы увидим. Но я думаю, хотя куда уже Дазла брать? Если разве что Сайленсер у нас отправится фармить. Ну такое, в общем-то, не часто можно увидеть. В этот раз тоже не факт, что такое может быть. Ну пока, если Сайленсера брать за... за стандартную его роль, то Сайленсер у нас уходит в саппорты. Ну, тогда необходимо найти еще одного фармящего героя на мид и одного парня в сложную. Аксу, наверное, по такому пику в сложную идти запрещено. SF, скорее всего, в мид от Five Eva у нас отправится, ведь Доктор с Шейкером будут саппортить. Ну и опять же сложная и еще один мейн керри для Five Eva. Five Eva 1-1 сыграли против MVP Phoenix. Бились там серьезнейшим образом. Чибикс во второй катке на антимаге все-таки сравнял с землей команду MVP Phoenix, а они на секундочку номинальные лидеры в группе. 12 поинтов на первом месте. Ну и туда же на первое место, кстати, к ним отправились. Команда Rave отправилась. Ну что, ждем... Четвертый пик для Five Eva. Клок на сложную. И осталось выбрать кор-героя. Фармящего парня для Team Five Eva. На ком будет отыгрывать Чибикс. Антимаг у нас, кстати, не в бане. Тоже смело может заходить. Чибикс, я смотрю, на антимаге вообще плевал на всю стратегию. У него и самостоятельно получается катки выигрывать. Так, у Invasion eSports 6 секунд основного. Минута 40 дополнительного. Пока еще не взяли... четвертого героя. Draw Ranger появляется для Invasion eSports. Ну, теперь по одному бану и будем уже иметь полную картину по пикам. Еще какие-нибудь катки комментить будешь сегодня? Да, сегодня еще будет ночная катка американского дивизиона. Сейчас вам скажу, какая. По-моему, Not Today против... Complexity. Да, на Today Complexity у нас будет в 23 сет. Полночь по Киеву и час ночи по Москве. Да, все, спасибо. В чате уже об этом оповестили. Забанили пака, забанили Phantom Assassin. Игроки команды Invasion eSports. Что творится в чате? Крымский ишак стал просто ишаком. Роскошь полнейшая. У парня столько альтер-эго. Все так хорошо. Матч будет 23 сет. Это центральное европейское время. Плюс один по Киеву. Плюс два... по Москве, а дальше прибавляйте по своему часовому поясу. Но если вдруг вы где-то там наоборот на запад, то отнимайте. Джаггернаут и Инвокер укомплектовались. Ну, у команды Invasion eSport крутой пик. Мне очень он нравится и очень приятен. Вообще Инвокер в наличии в команде это всегда
радость и веселье. Miracle будет играть у нас на SF-е. Прекрасно. Чибикс на Джаггернауте. Дальше все, в общем-то, по классике. Нана на Инвокере, как я понимаю, отправляется в мид. Стендин. 3К ММР. Обуст. Играет у нас на Дроу Рейнджер. Ну, 3К будем просто называть. А ДТР играет на Сайленс. Регёст на Аксе. Ну и Винга у нас отходит Иксу. Так, все, в принципе, камера свободна, мы свободны. По лайнам сейчас разберемся. Ну, то, что Клок отправляется в сложную, ни для кого, наверное, не новость. Единственное, что Miracle в миде на SF, это немного удивляет. Но, тем не менее, Чибикс уже обосновался у нас на легкой линии. Miracle отправляется в мид. А так раньше Чибикс в основном стоял в миде. То на Шторм Спирите, то на SF, то на Снайпере. Ну, на всех скучных героях. Не будет у нас наверняка встречи в лесу команды 5EVA, ну, а в лесу команды Invasion тем более. Давайте тогда немного красоты и гламура добавим в нашу игру. Вот так вот. Не дай. Вообще нет, нет. Наверное, лучше вот так вот. Да, чтобы не мучить ни свои, ни ваши глаза. Чибикс позволяет себе, наверное, лишнего. Уже на вражеский Secret Shop зашел. Ну, тут, опять же, недалеко Miracle, недалеко находится Witch Doctor. Шейкер пойдет у нас в сложную вместе с Клокверком. Более чем приятно. Или, опять же, застопит крипов через фиссуру. Скорее всего. Скорее всего, да. Становится на одну из самых узких частей карты. И здесь, скорее всего, фиссурой будет стопить крипов. Очень-очень нечестный шейкер. Опять здесь еще и коги можно поставить. Коги есть? Нет, когов нет. Пошла фиссура. Стойте, крипы, и ждите. Ну, лайн подпушится, разумеется, к табору команды 5EVA. Все. С чувством долго выполненного уходит. Встречается с Вингой. Вот так встреча. Наваливает друг другу по спине. У Винги пока ничего не вкачано. Ждали здесь курьера. Ждали, не дождались. Курьер бежит, но понятно, что Винге уже этот курьер никак не отдастся. 3К у нас зафармился на... Точнее, закупился на фарм. Гёс сложный на Аксе стоит. В соло стоит. Никто ему не помогает. Ну, мешать ему есть здесь кому. Уже у нас Меледикт от Witch Doctor вкачан. Просто нон-стоп будет харасить у нас Акса. А что еще с ним делать? В принципе, с этим Аксом. В прошлой катке такой крутейший был Акс у нас от Райора со стороны команды Рейв. Поначалу. Дальше, конечно, сдулся, но тоже смотрелся неплохо. А ДТР все-таки у нас саппорт. Закупился вардами, закупился, я думаю, и курьер, наверное, его бегает. А давайте проверим, что нам вообще мешает. Да, курьер ДТРовский. Мистический кабан. Опять у нас под Меледиктом бегает Такс, под собственным тауэром. Но здесь нон-стоп надо есть деревья, иначе вообще ему не вывести этот лайн. Miracle на миде против Инвокера. Я уже чуть было не забыл, какие у нас тут серьезные баталии. У Инвокера все, в принципе, на фарм. Нул талисман, тапок, ну, Cold Snap вместе с торнадо. Квас Векс, никаких экзортов пока что. Дальше может и появится. Но пока что все, в общем-то, нормально. Да, это, конечно, интересно наблюдать за санстрайками и прочей ерундой, но для этого конкретная стратегия нужна. А так, мягко говоря, бесполезным становится инвокер экзортовый на миде для команды. То есть фармит-то фармит, и убивать может даже убивает, Cold Snap там разве что вкачать. Но по факту для команды все это не нужно, потому что тимфайты без торнадо, без ЕМП, все это очень плохо. Так, Икс у нас вышел в спину. Клокверку, по-моему, Клокверк ливает. Все, говорит, не хочу. ГГВП, все. Фижу нон-стоп. Репорт Клока всем. Нажали на паузу, не объяснили почему. Ну что, мы можем, в принципе, посмотреть? Нет, мы не можем посмотреть. Можем.
цепляет у нас стрика Клокверка, ну и в когах развалили. Все, в принципе, все хорошо, все увидели, никто ничего не пропустил. Готовы. У Чибикса 13 на 3, 13 на 5 у Миракла в миде. Ну и, конечно же, у Трика, который на Траксе играет. Во-первых, ассист был во фраге, во-вторых, неплохой фарм. Но здесь сильно помешать Траксе Клок не может. Подходить для того, чтобы фармить крипов, Тракса тоже не должна. Но не нужно это просто-напросто. Поэтому и как-то харасить за счет тех же когов. За счет батареи Assault. Это просто-напросто невозможно. Венге не дает покоя курьер. Так и хочется этого барона разобрать на куски. Не дают Венге, в принципе, этого курьера. Ни разу он еще не умирал, и я думаю, не умрет. Уже примерно Файфэва в голове схему того, что Венга всегда готова забрать курьера, держит. Так, поднимает у нас торнадо Миракла. Пошел стан, колд снэп, Миракл, скорее всего, приехал. Хотя живет еще, уходит в деревья, проедает деревья, бежит. Как же мансует Миракл, как красиво он это делает. Как долго и как филигранно. Не хватило ХП, к сожалению, у Миракла, чтобы еще полчаса так походить. Но в это время у нас Вич-доктора забрали внизу и в ответ забрали Акса. Точнее, Вич-доктор с Аксом друг другу наковыряли. Ладно, по итогу файта. А по итогу файта раньше надо было смотреть итоги файта. Давайте теперь смотреть графики. 750 по золоту Invasion и по экспириенсу почти 500 в пользу Invasion. Венга опять сюда пришла. У нее есть инвиз, и она может повторить данную схему. Почему бы не повторять? Миракл возвращается на мид, пока ничего нового по артефактам не появилось. Ну, немножко усилился разве что. Торнадо, ЕМП под ноги, надо давать стан. ЕМП выжигает всю ману, Миракл на лоу ХП. Ну, Нана забирает второй фраг в этой игре. 1-4, Invasion классно себя ведут. Ну, а не было бы здесь, допустим, торнадо и не было бы здесь ЕМП с колдснэпом, что бы было? Ну, колдснэп был бы, конечно, но что бы тогда было? Санстрайком убивать, но это немножко смешно. Ну, это просто совсем недавно какие-то баталии у меня были с кем-то касательно пользы экзортового инвокера вообще в Кэптон моде, вообще в какой-то профессиональной доте. Но это было круто, когда тот же Дэнди юзал Санстрайки нон-стоп или через Фарджей как-то пушили вместе с Ликаном. Но здесь по строте, мне кажется, бессмысленен сам по себе инвокер экзорт. Начинает у нас гонять опять Клокерка. По одному сайленсер уже в себе все вкачал. У ДТРа третий левел. У Дровки шестой левел на данный момент. Что там у Чибикса? Шестой тоже имеется, даже немного более. Уже купил себе Мордип Маск. Можно фейсбуцы затарить. Ну, для этого надо отойти с линии. А кто будет фармить, если Чибикс уйдет? Ну, курьер есть, будет через курьера все это делать. Мультиспауны здесь от команды 5EVA. Куча сов. Ну, наверняка это все для Миракла. Пока что пятый левел, надо седьмой хотя бы, и тогда уже идти фармить все эти споты. Но здесь много денег, здесь где-то около 600 голды, может даже до 800 золота. Здесь два спауна, здесь один. Вот для кого это, конечно. Вот для кого это все собиралось. Это все собиралось для Гёста. Конечно, для кого еще? На лоу хп убегает отсюда Гёст, просто вообще оторванный парень. Ушел в кусты, ТП нет, будут теперь его искать. Что? Миракл вообще в шоке, он не понял, куда он пришел, как так получилось. Ну все, знают, куда прятаться, играли тоже в доту, игра скачана давно. Минимум 20 часов в доте провели. Разобрали Гёста, наказали за такую наглость, нефиг ходить красть ночью в чужом лесу крипов. Ну это вообще абсолютная беспардонность. Так, инвокер уже приобрел себе фейсбут, с 800 есть сверху. Что там у его главного соперника, Миракл? Power Threads должны лететь. Летит Power Threads и Magic Wand. Пока ничего, у инвокера появляется Urn of Shadows. Все, я фанат Нана 100%.
Клокверк 540 на руках, ничего интересного пока нет, но 11 крипов, откуда вообще что-то интересное возьмется. Дроу Рейнджер 800 на руках, готовится выйти в МОМ, насколько я могу судить, у Икса. Тоже постепенный выход в урну. Ну что, готовы врываться, я так понимаю. У Клока еще нет 6 левела, но есть чем зацепить. Каски 2 левела, или дикт 2 левела, просто надо подойти, там уже через Battery Assault в когах можно заковырять. Battery Assault 2, коги 1, и куда еще один скилл? Неужели плюсики у нас Клок качнул? Да нет, нет, ничего, Клок у нас, по-моему, не качал. Может, просто ждет. Зацепили на наномиде. Фиссура очень крутая легла от Шейкера. Миракл бежит, нет маны на дальнюю. Переключается, у тебя есть ботл. Все, есть уже дальняя. Миракл еще, кстати, немножко просел от ракеты. Ну, нана уходит. Понятно, что добить одной дальней тут не получилось бы. А если бы развернулся Миракл, можно было бы если бы развернулся нана, то и Миракл мог бы подстрять. Вижена у команды Five на Secret Shop'е не было. Унвокера 2-0. Все хорошо. Давайте глянем общий нетворс. Джаггернаут. Первое место. 4500. На втором месте 3к ММРО Boost. На... уже на первой позиции после забранного Тауэра. Пошел настреливать по Мираклу. Ну, очень сложно. Миракл. Квиллинг Блейд по голове от Гёста. Вышел из сложной. Моментально решил заюзать полученный скилл. 7 левел уже Гёст. 8 левел Дроу Рейнджер. Здесь даже Винга почти 6 левела. Ну и... Сайленсер где? Тоже 5,5 левел. Ну и 8 левел у Инвокера. В это время пушится Тауэр на мидлейне. Пушится Тауэр вверху. Такой себе сплит-пуш. В это время команда Five-Ever решила внизу немножко поднапрячь инвейжен. Ну, получилось. Перетянули минимум Гёста одного на топ, ну, на нижний лайн. И, соответственно, два оставшихся героя уходят. Ладно, пришло время, наверное, посмотреть нам на артефакты. По золоту быстро глянем, 3000 инвейжен. По экспириенсу тоже 3000 инвейжен. Уже почти 10 минут сыграли. Пора и глянуть, кто на что у нас нафармил. 1400 на руках у Гёста. Это все после Транквил. До Даггера 820, 850 точнее. Дроу Рейнджер. Мом собрала, собрала ПТ. Есть Рейс Бенд. Ну и еще немного денег. Так-так-так. Это для, наверняка для драки. Дровка прилетает у нас на нижний лайн. Бегает Чибикс без ульты. Ульту всю в Гёста всадил. Гёст выжил. Ну, Чибикс приехал. Скорее всего, под медальоном должны разваливать его. Дроу Рейнджер забирает фраг. Так, дровку мы посмотрели. Инвокер. Фейсбутс. Урнов Шадоу. Ну, талисман. И еще 1000 по золоту. Ну, и сайленсера, тапок и 1000 сверху. Возможно, появится Аркан Бутс. А возможно... появится какой-нибудь костыль, увидим. Шейкер, тем временем. Тапок, больше ничего. 1200 на руках. Вич-доктор, тапок, смок. Ничего, 400 на руках. Клок, ПТ себе приносит. SF, Power Threads и постепенный выход в Юл. Что-то в курьере должно лететь. Нет, SF у нас немножко нищий. Ну и Джаггернаут, Мом, Фазы. 880 и только что совсем ненужная смерть. За вражеским Т2. Инвокер тем временем забирает Вич-доктора. Вместе со всей бандой отправляются на Т1. Рошана развалили, а Эгис имеется. Эгис у нас у Дроу Рейнджер. Скоро контрить ее просто-напросто будет нечем. Кто вообще ее будет убивать? Не СФ же. Блэк Кингбар появится у Дровки. И там СФ, в общем-то, отъезжает у нас. Блейд Фьюри пошел у нас от Чибикса. Развалили Сайленсера. Ну, здесь Нана в соло теперь против Чибикса. Просто поднял в торнадо. На землю упал парень. Разбил голову об твердый бетон. 270 урона, еще не удивительно вообще. Втроем игроки команды Invasion во вражеском лесу. Здесь один Нана на миде. Уже готовится Клок врываться. 7 левел есть, надо просто дать Vision. Ракета имеется, ворваться можно в любой момент. Да, там просто Клок в тот раз не прокачал у нас скилл. Ни в какой плюсик не качался Клокверк. Ну что, готовятся? Видят Клока или как? Коги поставил. Имеют представление, где находится Клок. Уже туда полетел. Куда улетает Клок? Клок улетает у нас на крипов. Ну понятно, что крипы сами по себе сетку не дают и не станет. Никто не сбивает Клоку тэп-аут. В это время Джаггернаута разбирает Траксана миди.
Неужели просто? Да, просто через газ, через обычный дэмэдж с руки разбирает Джаггернаута, берет 11 левел у нас. 3К ММРу буст. Ну и падает Т1 по миду. Все Т1 со стороны команды 5EVO развалились. Все Т1 со стороны команды Invasion стоят. Гёст врывается у нас с Шейкера. Есть, в принципе, здесь Эхо Слэм, но опять же висит Last Word, висит Global Silence. Пошел от АДТР, развалили Гёста. Пока что только он умер со стороны команды Invasion. Нет, Вингат тоже погибает, ну и отходят Invasion. Нечего здесь делать. Не с кем, собственно, здесь разговаривать. 1 в 2 подрались. Потеряли гораздо больше, чем заработали. 860 по золоту 5EVO заработали в этом файте. Еще 1500 сверху для дровки. Ну и здесь еще 400. Что такое вообще? Что АДТР себе позволяет? Ну, на медас все. Все на медас. Забрал большого дракона у дровки. Ну, эта подруга нафармит себе и так. Миракл. По-моему, Миракл приплыл. Между деревьями старается мансить. Есть Йоул, но больше-то толком ничего не сделаешь. Ну, поднял ветра он. У нас с АДТРа это не исключает главную проблему. Главная проблема, конечно же, в Дроу Рейнджер. Фиссура сразу по троим. Уходит отсюда Клок. Или не уходит? Наверное, не уходит. Даже не трогают его. Клок у нас в любом случае умирает. Сайленсер забирает фраг. Ну и 3К ММРу буст. С хайграунда даблкил. Просто расстреляли у нас корову. 3 в 0. 6-14. Invasion объяснили, что прошлый слив был ошибкой. Теперь... они готовы все взять в свои руки. У Джаггернаута. 220 на руках. Почему? Почему? Вот почему. Потому что Чибиксу уже летит собранная Яша. Собранный Яша. Это же меч. Или катана. Собранная. Не знаю. Так, в это время у нас Invasion еще нашли одну жертву. В чужом лесу развалился у нас Вич-доктор. Не уходят с мидлейна, все в порядке. Да, по мане, конечно, проседает дровка, но это до первой смерти или до того, как Aegis перестанет действовать. Дров должна забирать здесь тауэр, без вопросов. Да, еще 500 капнуло у нас Дров Рейнджер. Врывается у нас Клокверк в Гёста на себя. Агрит, куда ты вообще пошел? Развалили у нас Клокверка. Просто ворвался, я не знаю, под асфальтоукладочный каток. Ну и Джаггернаут здесь сыпется. Чибикс тоже льется. Под Global Silence очень-очень просто решается вопрос. Форстаф у Инвокера. Сюда же Фейсбутс. Маны на все хватает. Подняли в Торнадо. Cold Snap. Миракл живет кое-как здесь. Но опять же... хотя нет, фиссура пошла очень крутая. Миракл поднимает себя в ветра. Наверное, ошибка. Это была урна. Еще одна пошла от Нана. Но теперь Санстрайк был бы нужен. Но нет Санстрайка. И слава богу, что нет. Дроу Рейнджер, 200 на руках после Сенджин Яши. Наверное, будет выход в Блэкинг Бара, то эти фиссуры просто-напросто достали. По золоту Invasion 11 тысяч, по экспириенсу 7500. Сайленсер с Мидасом насобирал себе 1700 уже по золоту. Как-то быстровато. Неужели киллы какие-то были у Сайленсера? Ну, 2-1 счет. Один килл здесь, я видел Клокверк, а второй, наверное, где-то в файте. Был. У Акса есть даггер. После даггера 1000 по золоту. У Дроу Рейнджер мы видели 2400 после Сенджин Яши. У Инвокера 300 после Форстафов. Курицы ничего. Сайленсера мы смотрели. Так, Шейкер у нас. Аркан Буци и 1000 на руках. Ждем даггер. У Вич Доктора вообще ничего. 860 на руках. Клокверк с ПТ тоже. Несчастный абсолютно. У СФ после Юла. После Юла было две смерти. Соответственно, ничего у СФ не имеется. 1100. Меркл тоже, наверное, пойдет у нас в даггер. Если, конечно, это не будет лишено смысла попозже. Джаггернаут. 850 на руках. Яша имеется, есть мом, есть фазы. Ну, нормально, все бы хорошо, если бы это не 17-я минута и твоя команда 7-17 не проигрывала. Так, конечно, небольшой трабл у 5EVO точно имеется. Под смоком, Invasion, готовы врываться. Есть даггер у Акса, надо просто кого-то увидеть. Втолкают у нас Акса, сразу же врывается на Миракла. Загрел на себя, просто бежит отсюда Клок. Нет, Клок у нас взрывается в Нана.
Пошел Global Silence. Горит Miracle, но живой. Но здесь Dagger через одну секунду. Надо забирать у нас Miracle. Пытался разультиться с SF, не разультился. В итоге одного Чибикса забрали. Что, пока наблюдали, как гоняют SF, разобрали мейн-керри команды 5-Eva. В любом случае, плюс для Invasion. Готовы в Invasion заходить на вражеский хайграунд. Иначе зачем бы собираться толпой? Global Silence нет, а так, в принципе, все имеется. На Нафис, урой закрыт. На хайграунде команды 5-Eva. Его вообще ничего не смущает. Клок Батриас аут проюзал. И так как-то аккуратно, так скромненько подходил у нас к инвокеру. В итоге поплатился собственной жизнью. Клока забрали. Очень сильно по хп проседает у нас Switch Doctor. Каски полетели, Дезвард с хайграунда. Ну, все живы. Битые, но живы. А Эгиса уже нет. У 3КММРу буст. 3КММРу буст. Какая-то скороговорка, а не ник. У инвокера что там? Барабаны появляются. Фуловые барабаны. Ну, музыкальный инвокер на-на. Почему бы без барабана? Как вообще без ритм-секции играть? Без ударной партии. У Акса потихонечку вырисовывается форс-став. Две тысячи у Миракла. Совсем немного осталось до Даггера. Но опять же, когда у Миракла просто ужасный. 2-4-1 на 20-й минуте. Мало убийств, много смертей. Даже и без кэпа не обойдешься. Винга себе всякой ерунды. Все по 3 рубля. Нафармила, натарила. Все вообще по дешевке. Какая-то барахолка и рынок, где торгуют с земли. Но набрала хоть каких-то вещей. Будет отбрасываться. У ДТР уже появляется Oblivion Staff. Готовится выход в Refresher. Конечно, я так подумал, Silencer, который собирает Orchid. Это дабл Silence, это что за вообще ерунда. Конечно же, Refresher Orb и таким образом Orchid по всем сразу. БКБ прилетает у нас к 3КММРу буст. У Икса все принесла, даже места не хватило Винге. Все это в себя вместить. Но купила на все деньги вообще. Но она появляется у Гры Клаб. Готовится выход в Black King Bar. Или в Аганим. Уже инвокера постепенно начинает вырисовываться экзорт. 14 левел. У Нана. Ну, сыпется Рошан. Под медальоном очень быстро сыпется Рошан. Тут вместе с Вингой у Дроу Рейнджер уже 300 с руки. При этой скорости атаки плюс мом. Это очень много. На 16 левеле и плюс еще один какой-нибудь артефакт, типа Дейдаус или Баттерфляй. Дроу Рейнджер вообще никого чувствовать не будет. Под БКБ стой, стреляй. Никто слова тебе кривого не скажет. Выходят на Т2 по низу. Последний внешний тауэр команды 5-Eva. Сыпется просто как картонные, развалили. Глиф не юзает, потому что глиф, возможно, понадобится здесь. И, скорее всего, понадобится, потому что команда Invasion собирается идти дальше. Гост готов врываться. Коги разбили, это победа. Пошел Алакрити по Дроу Рейнджер. Очень быстро слоуграунда наваливает. Фиссуру избежал у нас 3КММРу буст. Хороший стендин. С 3КММР все великолепно получается у него. Ну что, смотрим. Падает постепенно тавер. Скорость огромнейшая. Сколько тут под Алакрити? 0.47 это с выключенным момом. Это без 16 левела. Это с ПТ на силу. Врывается у нас в Дроу Рейнджер. Надо юзать БКБ и драться. Хотя до потери Аегиса какой вообще БКБ? Global Silence еще не включен у нас. Развалили здесь Клокверка. Хорошая хаслэм пошел от Шейкера. Но Шейкер просто несчастный по вопросам ХП. Вообще ничего у него не получается. Дроу Рейнджер упал, но это только потерянный Эгис. Ждем. Падает рейнджевой барак. Остался милишный. Зацепили у нас Вич Доктора. Еще один удар, Вич Доктор рассыпется.
Да, даст тебе Акс, конечно, заработать хоть какие-то денежки. Гёс забирает Сквилинг Блейда у нас Вич-Доктора. Надо идти на мид. Не уходите никуда, друзья. Развернитесь и деритесь. Ну что за люди, а? Нет, не уходят. Все. Все прекрасно. Тут Нана вообще руководит вечериной. Стоит, ждет, готов драться. Имеется Алакрити. Есть, опять же, здесь Бласт. На пару с Дроу Рейнджер будут всех отпихивать. И будет драка. Пол Тавера. Дровка за 2 секунды сносит половину Тавера. Под Момом, под Алакрити со своим количеством дэмэджа. Опять же, аура Винги. Увидели Миракля или нет? Или как так получилось? Куда вообще у нас дергается команда Invasion? 23 минуты. Одной линии внизу уже нет. Икс высвапывает у нас 3К ММРу буст. Свапаться бесполезно. Точнее, врываться у нас в Траксу бесполезно. Винга все время на подсейв. Клок умирает. Врывается Акс. Агрит на себя Миракля. Миракль сыпется как бумажный. Взлетает ветра. Не дадут разультиться. Никто Мираклю не... А, дадут! Гёс Септер. Тут вообще бомжовая сборка пошла у Миракля и сработала. Просто, я не знаю... Фуру навоза бросил в команду Invasion, закупил артефакт несчастный вообще для SF-а, и он сработал действительно. Сумел разультиться, забрал Вингу, забрал Сайленсера. Немножко огрызнулись, ну конечно, это все прекрасно исправляется. Миракл продолжает погоню за Нана, оставь его в покое. Нана тоже сыпется, SF Killing Spree забирает 575 по золоту с... Вообще с золотого альбома коллектива Нана. Миракл, по-моему, разозлился. Имеется Гёс Септер. Можно, в принципе, пойти и придумать какой-нибудь Этериал Блейд. Он, конечно, нафиг здесь не нужен по игре. Но раз есть Гёс Септер, надо как-то и надо как-то должное отдать данному артефакту, потому что он фактически спас мид команды FiveEva. Ну, классно, огрызнулись, здорово на самом деле. 18 проигрывали, 15 проигрывают сейчас. По экспириенсу 15 проигрывали по... Ну и на данный момент где-то 10 с копейками. Конечно, по золоту ничего себе особенно не нарисовали. Но и то, что есть у Шейкера Dagger, это хорошо. А то, что у Шейкера нет Эхослэма второго на 25-й минуте, это плохо. Что такое хорошо и что такое плохо в доте? У Вич Доктора тоже до сих пор Дезварда второго нет. 25-я минута, 9-й левел. У Клока по-прежнему Power Threads и больше ничего у SF-а. Появляется Black King Bar. Но Миракл нашел замену своему артефакту. Но опять же, БКБ не выйдет у нас дэмэдж, который вливается от дровки. Дровка под Алакрити разбирает очень быстро у нас SF-а. Появляется Ultimate Orb. Дроу Рейнджер, как я понимаю, будет выходить в скаде, чтобы разобраться с Frost Arrows. Ну и с Момом не было проблем. Врыв пошел у нас от Шейкера, туда же под ноги Миракл, Global Silence. Никто не выживает. Купил SF все, что мог. Все у SF-а было хорошо до поры до времени. Хотя врывается Чибикс. Чибикс неплохо надамажил. Гёста разрывают. Да ладно, на лоу хп у нас уходит отсюда Тракса кое-как. Гёст мертвый, надо бежать, иллюзии бегут. Ну, Нана жив. Нана, живи, Нана вообще. АДТР тоже здесь сыпется. Развалят здесь и АДТРы. Ну, должны, по крайней мере. Бегает Нана на лоу хп. БКБ проюзал. Бежит за ним Шейкер. Бедняга не может удар сделать. Танцует под Нана. Я не знаю, как это вообще называется. Но Нана играет ему на барабанах. Шейкер стоит, танцует. Минус 5 от Invasion. Нана, я твой фанат навеки. Я представляю, там Барри Алибасов волосы на себе, наверное, рвет. Что происходит? Что его подопечный вообще творит в доте на 3К ММР? 26 минут. Игра веселейшая. Ну, разошлись команды. 15 минут по-прежнему Invasion. 10 тысяч по экспириенсу тоже Invasion. В общем-то, все хорошо. У Дроу Рейнджер наконец-то появляется скади. 27-я минута. Ну, по фарму вы видите. Дела великолепно. 18,5 тысяч она насобирала. SF у нас насобирал 13 тысяч. Дальше идет... Па-ба-ба-бам. Нана, конечно же. У него 12 тысяч нетворс. Ну и Джаггернаут
отстающий, причем существенно отстающий, Джаггеру бы фармить и фармить, но не дают возможности. Кстати, смоук упал у нас с Джаггера, почему? Вот почему. Еще и поняли все, что медленно начинают ходить. Тут Гёст Волк. Крутой дезвард с хайграунда. Ну, здесь нанобластом очень быстро разбирается у нас с Вич-доктором. Убили Вингу и убили Клокверка. Миракл. Ульта есть. Загрелся на Гёста. Поднимает себя ветра на лоу хп. Наконец-то у нас Чибикс хоть в кого-то разультился. Где находится Миракл? Миракл тоже живет. Ну что, минус 3 уже от команды 5-5. Global Silence по всем. Здесь фиссура не очень удобная, ну ладно. Вич-доктора забрали, ничего страшного. Пес с тем Вич-доктором. Миракл у нас разультился, врывается под 3к ММРу буст. Сыпется. Тракса бежит за ней иллюзия. В это время решили с Сайленсером разобраться. Миракл на лоу хп, но живет. Ух, какая же лютая игра вообще. Тракса на лоу хп отсюда валит. Нет смысла вообще драться. Файфева тут огрызаются дичайшим уровнем. Все, все фулловые, надо идти сносить Т2. Ну, долго танцевали игроки команды Invasion вместе с Нана во главе. Да танцевались, теперь у них мидлейн может отвалиться. Хотя Траксат отхилится и придет разговаривать. Тут, в общем-то, ульты нет что у Чибикса, что у Миракла, да. 1х уже отпугнул двух кор-героев команды 5-5. Ладно, по золоту все равно изменения произошли. 12 тысяч Invasion впереди. По экспириенсу опускается их преимущество до 7 тысяч. О-о-о, что я слышу? Где это было? Санстрайк куда-то запустили, я его пропустил. У Наны 1400 на руках. Ничего пока себе не покупал. У Дроу Рейнджер 2500 на руках после скади. У Винги медальон 1400, у Сайленсера уже готов и уже проюзан один раз рефрешер орб. Не знаю, кстати, ульту два раза юзал ли Сайленсер, вряд ли. По-моему, проюзал и умер АДТР. Три тысячи на руках у Дроу Рейнджер. Пока что никакой дополнительный дэмэдж не приобретал. Кримзон Гвард появляется у нас у Гёста. Даггер, Форстаф, все это на месте. Плюс Кримзон Гвард. У Инвокера 1800, ну собери хоть что-то. У Миракля 3300 на руках. Будет ли этот Гёсептер во что-то грейдиться или же просто продастся? Потому что БКБ уже есть, уже можно... В общем-то, нормально врываться и ультить удачно. Там Дроу Рейнджер может, гляди, рассыпаться где-то при удачном стечении обстоятельств. У Шейкера Даггер и Форстаф. Рецепт есть, осталось только на Ring of Regen насобирать. Улетает отсюда Миракл, не собирается драться с Аксом. Ну и Акс не сам здесь. У Акса очень много здесь друзей. Толпой Мираклю точно развалит лицо. Ну, игра затихла. По графикам где-то на 12 по золоту в пользу Invasion и 7 по экспириенсу в пользу Invasion остановилась. 17.32. Пока что нет нижнего лайна. Пока что. По-прежнему нет нижнего лайна и не появится он уже у команды 5-5. Ну и все линии стоят у команды Invasion. Единственный вменяемый лайн это топ. Тут хотя бы два тауэра забрали. А так Т1 на миде стоит и стоит Т1 и Т2 на в нижнем лайне. Решила команда Invasion все-таки зайти на хайграунд 5-5. Ждем врыва от Шейкера. Фиссура уже пошла. Главное просто собраться всем вместе. Если Клок влетит, соберет всех в коги, туда Шейкер. Как же красиво было бы.
Ждем. А по факту Гёст ворвется. Сейчас загрит на себя всех. Квилленблейд каждому в лицо и... ГГВП. Ладно, ждем в любом случае. Кто первый начинает экшен, тот, возможно, выигрывает. Вич-доктор появляется. Поняли, что там был смог. Теперь Чибикс начинает получать. Упал уже. Ранжевой барак врывается у нас. Клокверк. Баттери Ассаут. Успел ли проюзать? Проюзал Баттери Ассаут. И... Так, у нас Годлайк уже от 3К ММРО Буст. Но здесь валят его. Валят иллюзии, дерется. И получается неплохо. Правда, это всего лишь потерянный Аегис. Ну, агрит на себя у нас Чибикса. Гёст должны разваливать очень быстро. Джаггернаута. Сбили Аегис. Умирает в итоге Чибикс. Байбека у него, скорее всего, не имеется. Да, не хватает 1000 золота до байбека. Падает мид и, скорее всего, падает топ. Ну, дрались, пытались. В итоге Шейкер без ульт... вообще попытки даже выдать ульт. Не ворвался в драку. Бежал отсюда как можно быстрее. 35-18, 34-я минута. Доигрались, конечно, игроки команды 5EVO. Ждали-ждали. Дождались полнейшего фиаско. Ну, последний барак падает. Мега-крипы. Дефать попросту нечем. Ну же, последний барак падает. Я же говорил. Не падает у нас последний барак. Видимо, будет продолжаться данное вакханалия. Ну, ждем. Цепляет у нас Вич-доктор. Вич-доктору 4 удара надо от Дроу-рейнджер. Без критов, без ничего. Просто идет и просто бьет. Ну все, барак упал. Акс врывается у нас на хайграунд. Кого тут тагрит на себя Акс? Развалили Вич-доктора, развалили Шейкера. Чибикса не будет еще 7 секунд, но он здесь особенно и не нужен. Дефать никакого возможности не имеется. ГГ. ВП. Поздравляем команду Invasion с первым выигранным матчем. В данном Best of 2 счет на данный момент 1-0. Выигрывает команда Invasion. И ждем ответной игры. Это Best of 2. Сейчас ответная катка. И смогут ли 5EVO, как они поступили с MVP Phoenix, отобрать один поинт у номинальных лидеров данной встречи. Разумеется, фаворит здесь Invasion. Ну и MVP на первом месте вроде идут, а 5EVO у них неплохо так очков забрали. Все, пока что не переключаемся. Немножко заставки, всякой ерунды на экране и... Услышимся через несколько минут. Пока не забывайте, заходите, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Twitch у нас есть, под ним есть сердечко зеленое слева внизу. Клацайте, нажимайте follow, это бесплатно. Мы ждем с нетерпением количество подписчиков. Ну и опять же, Twitter у нас имеется. Сейчас появится скоро ссылка под Twitch'ом на него. Тоже заходите, проверяйте. Всегда все обновления, все стримы и все, что мы делаем, будет появляться там. Ну все, ждем следующей катки, пока не переключаемся. До скорой связи.